Первого клинического медицинского центра проводится большой спектр исследований. Среди них очень много исследований так называемых рутинных, которые уже давно доказали свою эффективность. Это такие исследования, как МРТ головного, спинного мозга, органов брюшной полости, органов малого таза. Но также в нашем отделении выполняются и другие исследования. Например, это исследование височно-нижнечелюстного сустава, которое чаще всего делается в интересах врачей-стоматологов. Также в интересах врачей-хирургов выполняется исследование МР-холангиопанкреатография. Это исследование особенно хорошо может показать вариантную анатомию и патологические изменения желчеводящих путей. Также врачами кабинета МРТ нашего отделения проводится исследование МРТ органов малого таза. Это исследование будет особенно полезно женщинам, которые ранее уже перенесли кесарево сечение, но хотят в дальнейшем планировать свою беременность. И для оценки состоятельности рубца после кесарево сечения им может быть рекомендовано данное исследование. Также в отделении лучевой диагностики нашего центра проводится исследование МРТ органов брюшной полости с гепатотропным контрастным веществом. Это исследование необходимо для дополнительной углубленной диагностики патологических очаговых образований в печени. Хочу обратить внимание, что подобные исследования в основном проводятся только в крупных онкологических учреждениях нашей страны, но доступно для наших пациентов, которые наблюдаются у наших онкологов. Чувствовать причастность к выполнению общего дела, к которому также относятся, естественно, врачи-клиницисты, хирурги, терапевты, ну и врачи других специальностей, и пытаться им помочь в планировании и выполнении их тяжелой работы. Вот это ощущение, оно, в общем-то, и позволяет относиться к этой работе с уважением и любовью.